Георгиевская ленточка – это символ героизма, доблести и славы защитников России. Ее принято носить слева на груди, как знак того, что подвиг героев навсегда остается в наших сердцах. По всей России проходит ежегодная акция «Георгиевская ленточка». В Ульяновске волонтеры раздадут около 5000 лент. Помогает 70 добровольцев из числа школьников и студентов. Для нас эта акция очень важна и нужна, потому что георгиевская ленточка для нас значит это символ памяти павшим героям в годы Великой Отечественной войны. Цвета ленты подобраны не случайно. Черный – это цвет порохового дыма, а оранжевый – цвет огня. Георгиевская ленточка – не украшение, которое можно повязывать куда угодно. Не стоит носить ее на голове, на сумке или прикреплять ее на велосипед или автомобиль. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.